Мы находимся в Мариуполе. Сегодня 13 марта. Мы находимся в подвале. У нас 120 человек, детей, старики. Нет продуктов питания, нет предметов первой необходимости. Разбиты аптеки, разбитый магазин. У нас нет воды, нет газа. Летают самолеты, сбрасывают бомбы. Детям очень страшно. Организуйте нам, пожалуйста, зеленый коридор. Помогите нам, помогите вывести наших детей. Включи.